Если вы Вообще. хотите повести за собой народ, лучше приходите сюда, в Да, Казахстан. я по Ну, жизни я вам знаю. тоже могу во Я Франции выходил. говорить, что это Вот нужно смотрите, вы делать. говорите, поведите людей за собой. Я в 2001 году выходил. В январе 2002 года митинг. Больше в стране таких митингов организованных никогда не было. Это я организовывал. После этого меня посадили в тюрьму. 6 лет дали. Я в тюрьме сидел, и пытки прошел, и все было. Вот я был в стране, делал. И что дальше?